Чтобы успешно решать стоящие перед округом задачи, необходимо грамотное управление муниципальными финансами. Министерство экономики и финансов региона отметило высокое качество работы финансовых органов нашего муниципалитета. По итогам анализа работы муниципалитетов в 2018 году Онецовскому округу присвоена первая наивысшая степень качества управления финансами. Это у нас очередная победа нашего финансового блока, который уже не первый год демонстрирует высочайший уровень работы. Андрей Иванов вручил благодарственные письма руководителям финансово-казначейского управления, управления бухгалтерского учета и отчетности и централизованной бухгалтерии округа. Именно финансовые вопросы были на этой сессии Совета депутатов основными. Так, после уточнения, консолидированный бюджет муниципалитета вырос более чем на 70 миллионов рублей. Увеличены расходы на ремонт дорог за счет средств бюджетов поселений. Предусмотрены дополнительные средства на реконструкцию очистных сооружений в городе Десятых за счет областных средств. На финансирование садов новостроек направлено 49 миллионов рублей. На ремонт детских садов, благоустройство около школ и на приобретение оборудования для школы «Гармония» также предусмотрено 31 миллион рублей. На подвоз учащихся в школы предусмотрено дополнительно 13 миллионов рублей. Также в ходе сессии депутаты определили составы постоянных рабочих комиссий Совета, рассмотрели вопросы, связанные с управлением муниципальным имуществом, и утвердили положение о территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».